Несмотря на то, что Пожнадзор входит в структуру МЧС, само ведомство существует почти сотню лет. Сегодня его функционал – это контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, проведение профилактических бесед, а также определение причин возгораний. На должности инженера отдела Лангепаска-Покачевского надзора Амир Сулейманов работает уже 2 года. Пожарный надзор выбрал не случайно, профессия позволяет проявить себя. В нашу деятельность входит проведение проверок объектов защиты данных городов, на соблюдение требований пожарной безопасности контролируемых лиц, а также проведение профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и в соответствии проведения дознаний также в области пожарной безопасности. Коллектив Лангепаска-Покачевского государственного пожарного надзора – 7 человек, все мужчины. Без их проверки любое предприятие, завод или организация не могут вести свою деятельность. А таких объектов на территории Лангепаса и Покачей около 1500. Большой объем работы у специалистов в жилом секторе, так как он занимает большую часть города. Соответственно, и возгорания там происходят чаще. В приоритете у нас объекты социального характера, то есть это детские сады, школы, больницы. Не забываем о нефтяниках. То есть периодически посещаем ЦППН, ОППНГ, то есть ЛГПЗ и, соответственно, другие объекты, которые имеют важное экономическое значение для нашего города. Я в органах государственного пожарного надзора работаю с 1995 года. В 2020 году прохожу службу, продолжаю службу в данном подразделении, уже в статусе федерального гражданского служащего. Ежегодно инспекторы Госпожнадзора проводят сотни мероприятий по контролю пожарной безопасности на различных объектах. Благодаря этому удается предотвратить случаи возгорания. В связи с празднованием Дня государственного пожарного надзора хочу пожелать действующим сотрудникам семейного благополучия, здоровья и успехов в дальнейшей службе для обеспечения пожарной безопасности нашей страны. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить нашим ветеранам. Спасибо за тот вклад, который вы внесли в развитие профессии. Неоценимый переданный опыт новому поколению. Здоровья вам, благополучия семейного. Всего самого наилучшего. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. События.